Так, ребят, смотрите, мы в кафе, где сами себе готовим еду. Сейчас вам все покажу. Короче, тут выбираешь вот морепродукты любые. Вот шашлык есть, всякая фигня. Там целые ряды. И сам себе готовишь. Смотрите, вот Таня уже что-то приготовила. Угу. Вот смотрите, вот тут чан с водой. Здесь можно варить суп всякую, шляпу. Вон Таня варит какие-то ракушки. Вот тут мы запекаем креветки, шашлык и... А что тут это открывается? Гребешки? Что? Короче, видите, мы сами кулинары, сами себя. Вот тут какая-то фигня Таня варит. Непонятная штука, конечно. Мое блюдо вот. Короче, выглядит все вкусно. За все фиксирована цена. Таня, скажи, супер тут? Тебе нравится готовить? Все понятно. Все, ребят, всем привет. Мы пошли есть. Еще, правда, не готово. Запах просто изумительный. Как думаешь, кальмар готов уже? Я думаю, еще нет. Иначе он будет резиновый. Я думаю, нет, Таня, рано. Ой, рано. Все, ребятки, приятного аппетита.